Всем привет! Вы на канале «Кукла для мамы и дочки». И сегодня я расскажу о куколке немецкой компании «Силикит Дол». Куколку зовут Сигри Виплер от художника Ильзы Виплер. Это лимитная куколка. Всего было выпущено 300 экземпляров. И номер этой 119. Сказать, что мне она очень нравится, это не сказать ничего. Наверное, одна из самых чудесных кукол, которых мне вообще доводилось держать в руках. Ну, начнем с того, что прорисовка лица идеальная. Девочка как будто живая. И в то же время не пугающий взгляд. Вот есть такие куклы, которые просто вот я не могу как-то принять, глядя на нее, как-то страшно. А эта девочка, она кукла. И в то же время она как девочка. Ну, в общем, не испытываешь негативных каких-то эмоций. Если посадить ее, то абсолютно нет никакого страха, что она на тебя смотрит. Не знаю, знакомо это кому-то еще такое чувство, но у меня такое вот бывает иногда. Куклы пугают. Вот. А так как я люблю, чтобы куклы приносили положительные эмоции, то это просто изумительная девочка. Посмотрите, какой у нее аутфит. Пальтишко. Платьице. Колготочки. Как настоящие. Кожаная обувь. Ботиночки кожаные. Девочка из винила, похожего вот на винил Гёц современных кукол линейки. Вот 46 сантиметров. Смуглый винил. Девочка не беленькая, такая загорелая, можно сказать. Ну, не очень темный загар. Ручки винил. Вот здесь такое вот крепление, позволяющее придать какую-то позу девочке. В то же время остается плечо виниловое и ручка. То есть, если одеть вот платье с коротеньким рукавом и с большим вырезом глубоким, все равно прикроются соединением. Здесь у нас так, как это вот мягкая часть до бедра. Идет здесь тоже вот мягкая часть от груди до бедра. Удобно сажать. Вот девочку можно посадить на любой поверхности. Она сидит. Можно наклонять головку в разную сторону. Вот здесь вот все познавательные данные написаны на шее у таких куколок. Вот Силикит и номерочек. Пуговки. Изумительная расцветка. Нежная. Девочку можно удобно сажать. Она очень хорошо сидит. Вот. Я взяла Ниночку Гёц для того, чтобы понять, какого размера куколка. Молчу, потому что даже нечего сказать. Она такая красивая, что мне кажется, что на нее просто можно смотреть с каждой стороны самому и даже не требует каких-то комментариев. Ну вот что тут можно сказать? Посмотрите, какая она красивая. Каждая черточка.
цвет губ, цвет глаз. Все такое, естественно, ненавязчивое. Расцветка платья какая. Приятная, нежная. Вот все в этой куколке идеально. От макушки до пяточек. Вот. Она может, смотрите, положить ножку на ножку. Можно положить ручку. Здесь такой шарнирчик. Вот ручку. Наклонить головку. Вот на нас смотрит. Это вот настоящее произведение искусства. Шедевр. Шедеврально. Красавица. Знаете, вот эта вот кукла, это из разряда, когда вот говорят, ой, не мой формат, большая, я таких не коллекционирую, мой формат поменьше. Так вот, это такая куколка, называется, вы еще не собираете больших кукол? Тогда мы идем к вам. Ну, вот и все, в принципе, на сегодня. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, будете смотреть о наших куклах. Пока-пока!